Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как перестать ждать более взрослой мужской опоры от парня? К примеру, забота и т.п. как от отца. Потерял за 25 лет всех взрослых мужчин из своей семьи. Папу в 7 лет, старшего брата в 17, отчима и дедушку в 24. От всех получил мужскую опору и заботу. Хотелось бы такого же от молодого человека, но, наверное, это неправильно такого ожидать от него. Но я чувствую, что мне плохо быть такого взрослого мужского плеча. Хочу быть маленькой девочкой в его глазах, чтобы как-то за каменной стеной прикрывал собой в любых ситуациях. Чтобы гладил по голове, назвал маленькой принцессой, чтобы когда плачу, расстраивалась, подходил и успокаивал, не кричал на меня. Он ради всего хочет, чтобы я была для него взрослой мамой, хочет, чтобы я постоянно слушала его, жалела, хвалила за любые действия. Как мне найти опору в себе и для себя, а не ожидать этой опоры от другого человека? Вот. Смотрите, во-первых, я думаю, что от потери близких людей у вас образовалась травма. И травма есть, собственно, то, что вам нужно прожить. Не прожив эту историю, вряд ли вы сможете двигаться дальше, и сможете вообще на себя опираться, потому что проживание боли, потери, и как бы вот отпускание в той или иной степени человека является важным элементом для того, чтобы человек стал целостным. Это первое. Второе. То, как вы описываете свои отношения с парнем, с своим, на мой взгляд, вот то, как вы их описываете, это, ну, по крайней мере, выглядит это так, что ваш парень это проекция, вот по моим ощущениям, да, ваш парень это проект ваших собственных желаний. То есть то, какой он хочет видеть вас, это то, какой вы хотите видеть себя для него. Дальше. Я думаю, что совершенно не факт, что неправильно видеть в своем парне опору. Тут скорее история про то, да, чтобы понять, какую опору он может вам дать. Вот, скорее, что важно. А для этого нужно развивать развивать именно доверительные отношения с человеком. Именно доверительные отношения развивать нужно. То есть, как говорить, учиться, вот в первую очередь учиться говорить, разговаривать о том, что вы чувствуете, чего вы хотите. Вот. Размещать это в контакте друг с другом. Сейчас же у меня возникло такое ощущение, да? Что вы, когда у вас, ну вот, какая-то такая вот потребность возникает, да, у меня появилось ощущение, что вы просто ждете, что человек вот, ну, будет как-то откликаться. Вот, этого, конечно, не происходит. Вот, и вы, обижаетесь,
этого не происходит, и вы чувствуете себя, ну, брошенной, покинутой и так далее. Вот. То есть идея не в том, чтобы как-то вот зажимать свои чувства, что вы делаете сейчас, идея в том, чтобы учиться их размещать. Вот, там как ничего плохого в том, что вы хотите, нет. Вот, но учиться выражать это в том числе с поправкой на то, что человек является действительно мужчиной, а не вашим родственником, вот, необходимо. Вот. Такая вот история. Как мне показалось, больше вы говорите про, значит, неуверенность в себе и про потребность в любви к себе. Вот. Вы говорите про ощущение себя небезопасности. Вот. И, соответственно, это с этим тоже нужно работать. То есть ваше состояние, оно нужно понимать, оно не однородное, оно состоит из нескольких составляющих, скажем так. Эти несколько составляющих являются вот следствием ваших, ну, определенных проблем, скажем так. Вот, и с этими проблемами нужно работать. Вот. На выходе вы как раз получите больше опоры на себя. Вот. Как-то так, я думаю. То есть не надо прямо избавляться от того, что вы хотите. Просто нужно делать поправку на реальные возможности. Вот. По удовлетворению вот ваших потребностей и запросов. Ну и, конечно, да, ну, как бы, не кажется ли вам странным, например, что у вас есть, ну, довольно, судя по всему, определенные требования. К мужчине. Вот. То есть у вас есть довольно определенные требования к человеку. Вот. Так не кажется ли вам странным, что, условно говоря, что вы как-то выбрали молодого человека, да? Ну, игнорируя как бы эти требования. Вот. Не кажется ли вам это странным? Вот. Потому что, ну, может быть, вполне вероятно, что молодой человек вам не подходит по его ценностям. Вы хотите одного, да, он хочет там другого, и, ну, как бы это нормально. Вот. Какая-то такая история, я думаю. Ну, по крайней мере, вот то, что можно вам сказать, да, то, что можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, да, вот, позволит вам
начать над собой работу. Вот, значит, желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам, если вы прислушайтесь к себе, к тому, какую ответную реакцию вызвал мой ответ у вас. А вот это позволило бы вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго, вы молодец, ну, большая молодец, что подняли эту тему. Большая молодец, вы. Значит, я думаю, что все у вас получится. Удачи.